20 минут о красивой жизни, заметных событиях и приятных людях. Это Beauty Time на 31-м. Всем здравствуйте. Спонсор программы – профилактическая терапевтическая клиника «Формула». Фразы из его книг моментально становятся крылатыми, впечатляет его острый ум и способность доносить простыми словами причины сложных ситуаций. Как полюбить себя и укрепить самооценку? Тема челябинской лекции Михаила Лобковского. Это даже не лекция, это публичная консультация. Построена следующим образом. Конечно, я расскажу о той теме, которая сегодня будет. Но самое главное, в зале очень много людей, там 600 или 700 человек. Из них вопросы смогут задать, ну, от 20 до 50 человек, там есть микрофон и записки. Но так как все пришли на одну и ту же тему, то те, кто не смог задать вопрос, они в любом случае, как правило, получают ответ за счет тех, кто задает такой же вопрос, какой есть и у них, так как все пришли по одному и тому же поводу. И это самый интересный жанр, потому что просто два часа слушать, когда человек в одно лицо разговаривает, это тяжело и лектору, и слушателю. А когда вы задаете вопросы, то другие получают ответы, потому что у них такой же вопрос, как и у вас. Главное занятие – это все-таки публичные консультации. Так как я стал выздоравливать, первое, с чем я столкнулся, мне стало не очень интересно вообще работать психологом. Чтобы работать психологом, надо иметь все-таки проблемы свои собственные, иначе это неинтересно. Вы же не захотите слушать чужое горе за деньги? Или я что-то не знаю? Это то, о чем вы мечтали? Нет? Ну вот, и никто об этом не мечтает. Поэтому я очень мало работаю индивидуально. Я просто, чтобы поддерживать какой-то уровень профессиональный, так как я уже почти 40 лет работаю психологом, я редко, но веду приемы. В основном, конечно, я занимаюсь поездками и блогами, и Инстаграмом, и Фейсбуком, и Ютубом, и сейчас Ютуб будет еще больше и так далее. Вот уже несколько лет компания «Доброта Продакшн» знакомит наш город с удивительными и яркими известными личностями. Чаще всего эти мероприятия приобретают светский характер, но эта встреча стала особенной. Михаил нам рассказал, что его книга «Хочу и буду» сейчас самая продаваемая в России. Мы считаем, что это тоже некая связь с нашим литературным квартирником. Конечно, это не светское мероприятие, и поэтому сюда приходит целевая аудитория. Мне очень понравился его подход. И очень не то, что он неординарный, он может быть и обычный, но он обычными простыми словами говорит об очень важных вещах. Я жду позитива, новогоднего настроения, каких-то новых идей для себя и открытий. Не так, чтобы жду воодушевления, но это же всегда интересно что-то там о себе новое узнать, подчеркнуть. И вообще думаю, что вечер будет очень интересный сегодняшний. И вообще все, что касается саморазвития, полезно, увлекательно. Мне нравится его простота, прямота. Вот то, что люди в нашей жизни очень много зациклены не на том, о чем вот нужно вообще думать. Нужно в первую очередь, ну правильно он говорит, полюби себя, и то есть весь мир будет любить вас. Сегодня модно быть психологом, а потому в наши дни достаточно желающих кого-нибудь проконсультировать и что-нибудь посоветовать. Да и люди с проблемами далеко не всегда в курсе, что это за специалист и чем подтверждена его квалификация. Это плохо, и это связано с отсутствием лицензирования психолога, потому что это не лицензированная деятельность. Вот врач-психиатр – это лицензированная деятельность. Каждый второй себя психиатром никак назвать не может, а психолог может. Значит, с другой стороны, это гуманитарная специальность, ну такая же, как, например, я даже не знаю, с чем сравнить. Человек, который занимается дефектологией, предположим, с детьми, да, я считаю, что это проблема пациентов. Они должны попросить диплом показать. И до образования должно быть классическое, традиционное. Не курсы «Ворошиловский стрелок» трехмесячные, включая там очень много специальностей, кроме психолога, а нормальное психологическое образование.
Обычно психологов готовят чистый психологический факультет или педагогический институт, психфак педагогического университета. Человек должен отучиться свои там 5 лет, сейчас, по-моему, даже 6 уже, и иметь специализацию в психологии, все. А остальные могут делать, что хотят, объявлять всяким угодно. Они на самом деле не психологи. Есть такая размытая специальность, как коуч. Он же тренер. Это не требует психологического образования. Вот 90% тех людей, о которых вы говорите, это все-таки в основном тренеры. Вопросов на этой публичной консультации было столько, что ответов на всех не хватило. Но мы уверены, что каждый для себя из этой лекции получил то, зачем пришел. Модные коллекции от европейских дизайнеров. Польская одежда на Соне Кривой 30 и Пушкина 65. Камзол – первый в Челябинске комиссионный магазин брендовых ювелирных украшений, предметов роскоши, антиквариата и аксессуаров. Прием на комиссию и продажа. Запись на индивидуальный визит. 223-43-63. Европейская мода для реальных женщин. Сеть салонов одежды «Априори». Более 20 известных брендов из Германии. Регулярное обновление коллекций. Размерный ряд с 44 до 60. Сеть салонов «Априори». Одеваем женщин уже 15 лет. Проспект Ленина, 71. Труда 166. ТРК «Горки», второй этаж. Клиника профессора Алехина. Лечение варикоза без госпитализации, а также инновационные косметологические методики. Безоперационная подтяжка, безинъекционная мезотерапия, лазерное омоложение, лечение купероза и угревой болезни. Клиника профессора Алехина. Высокие технологии, многолетний опыт, красота, здоровье и новое качество жизни. Узнайте больше по телефону 200-23-23. Фестиваль современного искусства «Мэтчфест» оставил под сильным впечатлением несколько сотен челябинцев, посетивших это событие. Самые яркие моменты того дня в репортаже «Beauty Time». Танцевальные перформансы, интерактивные инсталляции и огненное шоу. За один вечер на площадках «Матч Уикенд» представили все известные жанры современного искусства. Гостям предложено не просто смотреть и слушать, но и участвовать. Сегодня очень-очень много мест для фото, видео, селфи, для вдохновения, можно и порисовать. И поучаствовать в других каких-то перформансах. У нас огромная сцена, расписанная Львом Либерманом. Это наш уральский каллиграфист. Есть экспозиции от фотографов, есть экспозиция от художников. Также есть поэтический уголок поэтроника. Мы отталкиваемся всегда от тем высвобождения творчества без рамок, без ничего. В этот раз мы ее посвящаем скандинавской легенде о похищении солнца волком. Как некий аллегорический образ волка, как препятствий, солнца, как наше творчество. Мэтчфест является синтезом искусств, моды, музыки, театра, танца. Также и мы собираем на своей площадке творческих людей различного направления. От хендмейда до рекламы, до производства видео, брендинга, дизайна. Мы хотели вообще показать своим танцам то, что у нас очень много уходит времени на гаджеты, и мы не знаем, то ли мы следим за кем-то, то ли за нами следят, и поэтому хотелось вернуться к чему-то такому, я не знаю, к истокам. Вот, и в принципе, в рамках фестиваля это может понять любой человек по-своему. Я, в принципе, можно сказать, поклонник коллектива Deep Vision. Я очень ждала их выступления, и они, как всегда, порадовали своим таким, да, перформансом, выступлением. Мне очень понравилось. Под творчеством чаще всего подразумевают различные виды искусства. А вот велоконструктор Данил Климин смотрит на это шире. Я занимаюсь велосипедом где-то 15, и у меня есть, откладываю наработки к моменту создания
меня уже есть сырье, я беру сварочный аппарат, трубы и создаю. Вообще коллекция как раз создана именно отталкиваясь от сегодняшних трендов. Зебра, леопард, тематика такая у нас. Мы хотели показать, что душа у человека открыта, и он делает и воспроизводит все то, что хочет, несмотря ни на что. На нашей площадке происходит настоящая химическая лаборатория только с чаем. У нас есть разные виды чая для бодрости и для расслабления. То есть для того, чтобы больше погрузиться в атмосферу или для того, чтобы взбодриться и выжить до конца вечера или даже до утра. Мачу Уикенд расширяет горизонты и поднимает над обыденным. Такие встречи вдохновляют и объединяют людей с общими целями. И, конечно же, делают обычный день незабываемым. Это Beauty Time, программа о красивой жизни и ухоженной внешности. Продолжаем выпуск. Каждая из них теперь выглядит и чувствует себя на все 100. Участниц проекта «Без фильтров» клуба «Фитхаус-74» объединила идея кардинального перевоплощения. За полтора месяца интенсивных тренировок девушки поменялись и внутренне, и внешне. Глядя на участниц прекрасных, я вижу, как горят их глаза, я вижу, какие они, осмелюсь сказать, совершенные, насколько каждая красива по-своему. Девочки очень похорошели, стали намного стройнее, и даже глаза у них горят совершенно по-другому. Но с каждой тренировкой их уверенность росла. Тем более мы начали практиковать такое йога-направление, как йога на гвоздях. Вот. И мы возрождали их энергию женскую. Те инструменты, которые они научились применять в повседневной жизни, они будут ими пользоваться и теперь будут всегда на высоте. Человек, который начинает заниматься собой, начинает заниматься своим телом, влюбляется в свое тело, он его начинает очень сильно любить, и дальше происходит азарт. Кроме тренировок за 6 недель проекта, девушки успели поработать с психологом, визажистом, стилистом. Все они помогли участницам раскрыть новый потенциал. Участницы побеседовали с психологом, получили консультацию по визажу, покатались в клубе «Рифей» на лошадях, нашли себя и достигли того, чего хотели. В ходе разговора, в ходе подготовки к макияжу я уже поняла, что им действительно нужно, что они хотели бы попробовать, но всегда боялись макияжа. То, что я вижу сейчас и тогда, результат есть, результат колоссальный, они потрясающе выглядят. Очень здорово, когда отправляют к специалисту, который их ни разу в жизни не видел, потому что, предложив какой-то образ экспромта, да, он может прижиться, и девчонки говорят, мы никогда себя такими не представляли. Дополнительным стимулом к преодолению себя и своих страхов стали родные и близкие участницы, которые также пришли поддержать девушек в финале проекта. Сегодня присутствуют и родные, и близкие, и коллеги. Они пришли искренне поддержать, искренне порадоваться за тех участниц, которые, несмотря ни на что, выдержали все испытания. Мне нравится, что за них пришли болеть родные. Что они не скрытно пошли на проект, а все услышали. Это очень сложно заявить о себе. Совершенству нет предела, и участницы проекта «Без фильтров» это доказывают. Они решительно настроены продолжать путь к поставленной цели. Я достигла результата, конечно, еще не того, который планировала. Еще продолжается мой бой, так скажем, с лишним весом. Я уже довольна. Для меня главный результат, что благодаря проекту я впервые в жизни встала на гвозди. У нас была такая практика, как йога на гвоздях, то есть я это на себе испытала. Все вокруг знакомые, близкие, друзья хлопают прям в ладоши от внешнего вида, от образа, от изменений, которые во мне произошли. Даже если возникали какие-то сложности, тренера настолько профессионалы, они нас во всем поддерживали, давали нам такой стимул, что хотелось идти все дальше и дальше. Очень много комплиментов, что преобразилось, что ушло
то, от чего я так сильно переживала, это лишний вес. Механизм положительных изменений в организме запущен. Правильное питание и физические нагрузки стали для девушек настолько привычными, что в дальнейшем поддерживать себя в хорошей форме будет несложно. И для организаторов проекта «Без фильтров» этот опыт оказался положительным. Так что в январе стартует новый сезон. Профтерапевтическая клиника «Формула», эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия на основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска, на Кирова, 159. «Камзол» – первый в Челябинске комиссионный магазин брендовых ювелирных украшений, предметов роскоши, антиквариата и аксессуаров. Прием на комиссию и продажа. Запись на индивидуальный визит. 223-43-63. Европейская мода для реальных женщин. Сеть салонов одежды «Априори». Более 20 известных брендов из Германии. Регулярное обновление коллекций. Размерный ряд с 44 до 60. Сеть салонов «Априори». Одеваем женщин уже 15 лет. Проспект Ленина, 71. Труда, 166. ТРК «Горки», второй этаж. Вы смотрите «Beauty Time». Красивые подробности красивых событий в формате «No Comment» в завершении выпуска. Надежная, комфортная, спортивная, элегантная, инновационная. Все лучшие черты женщины. Ух, эти глаза, ух, эти фары Матрикс. И всю ту мощь, спортивность, харизму, характер мужчины, все в этой машине. Все выпуски Beauty Time всегда на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. Ищите по хэштегу Beauty Time _TV. А на этом выпуск завершен. До встречи. Команда Beauty Time TV благодарит партнеров проекта: Модный дом Я, студию макияжа Френды, имидж-студию Елены Ивановой.